Вместе с тем, «Газели» в Омске скоро станет меньше. Суд признал недействительными транспортные карты перевозчиков на нескольких популярных маршрутах. Двойки, 378, 72 и 363. На них работают около 30 машин предпринимателя Владимира Занина. Мэрия расторгла с ним договор на перевозку, основываясь на новом федеральном законе. По их мнению, участник не выполнил условия договора, не обновил автопарк и не установил в машинах систему ГЛОНАСС. Суд мэрия выиграла, но перевозчик намерен оспорить это решение. Апелляцию будем подавать обязательно. Если мы проиграем этот суд, эти суды, то, конечно, это выльется каким образом? Ну, во-первых, пассажиры это почувствуют однозначно, потому что количество маршрутов, количество машин на маршрутах, во всяком случае, наших уменьшится. И причем эти маршруты рентабельны.